аварийной обстановки. Вы в такси работаете? Нет, не работаем. А чего плафон на крыше? Чтобы меньше внимания привлекать. Обычно, да, сотрудники, когда стоят, ну, видят плафон, иногда пропускают. Я понял, у вас операция стелс не прошла, да? Давно без прав ездите? Нет. Не езжу. Как не ездить? Так сложилось. А куда едете, если не секрет? Домой. В УЗДО? Да. А вы за рулем были сегодня? Нет. Не были за рулем? Просто сидел в машине. Машину оставляй дома. Состояние алкоголя было. Прямо на машину висят. Что ехал, ну, вышел с машины, покачиваясь, пошел в магазин, ну, за пивом. Вышел обратно. Ты за ним ехал всю дорогу. Чуть пару раз не столкнулся с стоящими автомобилями. Все это было записано на регистратор.